Что такое цифровая трансформация и какую пользу она несет людям? Ответы на эти вопросы можно найти на новой интернет-площадке цифра21.рф. Благодаря платформе жители могут выбрать лучшие цифровые инициативы, которые затем будут реализованы. Они смогут ознакомиться с перечнем проектов, направленных на улучшение качества жизни. От здравоохранения до сельского хозяйства, от социальной помощи до транспортного обслуживания, от ЖКХ до образовательного процесса. Также на площадке можно поделиться собственными идеями по цифровизации региона. Проголосовать за проекты можно до 1 сентября текущего года на сайте www.цифра21.